Внук Пугачёвой возмутил всех своей наглостью. Поклонники считают неблагодарным мажором внука Аллы Пугачёвой Никиту Преснякова и в шоке от его заявлений и поступков. Пресняков бесплатно сыграл свадьбу, после чего облил грязью организаторов торжества. Им просто выгодно выставить нас мажорными идиотами на всю страну, сделать из этого бабки, заявил он. Устроителем торжества выступали разные издания. Издание за рекламу и упоминание в тексте сделало праздник для Никиты за право эксклюзивного освещения свадьбы. На обложке журнала гласит громкий заголовок «Свадьба за 25 миллионов». Никита Пресняков возмутился этим заголовком и записал видео, на котором пропесочил издание за шикарную свадьбу. «Наживается исключительно на взорванных пуканах», – кричал внук Пугачевой, демонстративно отшвыривая журнал. После этой выходки читатели портала наградили его нелестными эпитетами. Неблагодарный мажор, безнравственный халявщик, быдляк и хамло и другими.